Каркуша, каркуша, стоит и слушает меня. Каркуша, хороший каркуша, я к тебе подойду. Каркуша, маленький хороший каркуша, все убежали, а ты стоишь. Это ты, каркуша хороший. Каркуша, каркуша, ты хороший. Каркуша, а я не знала, что ты здесь, и не вынесла тебе ничего. Ой, хороший, каркуша, каркуша, и голуби здесь. А каркуша стоит и слушает меня. Каркушечка, каркуша, каркуша, полетел, ну все, полетел так полетел. Обратите внимание, как все застыли, голуби и мой каркуша. Я говорю «каркуша», и они сразу все стоят и молчат. «Каркуша! Каркуша! Ой, испугался, да? Шаги чужие. Каркуша! Каркуша! Хороший, все слушают. Каркуша! Каркуша! Хороший каркуша, хороший! Хороший!» Сел он на миску с камнем, каркуша. И сидит, каркуша, пошел, пошел дыню кушать. Вы посмотрите, он дыню будет сейчас кушать. Такой маленький, а дыню шмяк-шмяк, шмяк-шмяк. Каркуша, каркуша, посмотри на меня, каркушечка, вкусная груша. Вкусная, ой, вкусная, другой бежит. О, наверное, брат или сестричка подбегает и другую грушу лопает. А каркушечка стоит, меня не боится. Дыньку кушает, дыньку. Ой, каркуша. А ты как смотришь, голубь? О, подошел, отогнал моего каркушу. Каркуша. Обратите внимание, какие на лапках у вороненка такие острые-острые когти сзади, впереди и сзади. Интересно. Очень интересно. Каркушечка, каркуша, каркуша, каркуша. Ой, давай отгоняй их. Не дают тебе кушать. Давай кушай. Давай отгоняй, отгоняй. О, давай кушай. Не дают кушай. Ой, как ты смотришь своим глазом. Вот так, отгоняй его. Вот так, кушай.